Муниципальные служащие вслед за чиновниками областного правительства пытаются оспорить в областном суде отмену доплат к пенсии. На встрече за круглым столом, организованном активистами ОНФ, представитель прокуратуры Омска Анастасия Петраченко рассказала о том, какие доплаты существовали для муниципальных служащих. Надзорный орган через суд добился отмены двух постановлений администрации города, регламентировавших доплаты к пенсии для чиновников. Ежегодно на эти цели тратилось 50 миллионов рублей. Действия отмененных нормативных актов были фактически восстановлены решениями Омского городского совета номер 496 и 504, которые также опротестованы городской прокуратурой. Однако представительный орган до сих пор не рассмотрел протесты прокуратуры.